Всем привет! Рад приветствовать всех любителей старой фототехники, старых фотоаппаратов, старой фотографии. Наконец пришло время показать вам то, что нам пришло. Форматная камера вот в таком чехле, в боксе. Это бокс бумажный, из картона сделанный, дерматином покрытый. Вот. Если он был, ну, к примеру, до переворота 1917 года, скорее всего, наверное, был бы кожаным. Давайте посмотрим, что нам пришло. А внутри вы удивитесь, какая добрая, славная вещь. Ну что ж, поехали. Вот так вот я пока положу. И будем отсюда вытаскивать. А давайте сразу вытащим то, что, ну, скажем так, не очень ценное. Это фотобумага Тасма. Опять фотобумага. Еще фотобумага. Я все это вам покажу. Так, две кассеты. А 13 на 18. А еще одна кассета. 9 на 12. Все это покажем. Не все вот еще. Вот. Сама фотокамера. Два объектива. Сейчас вторую достану. Ну и все. Все здесь закончилось. А то, что это бумажное, видно. Видно, слышно. Это все бумажное. Мы пока это все оставим. Отставим. А давайте будем смотреть, что же нам пришло. Давайте начнем с мелочей. Тасма, Казанский химзавод. Еще тогда химзавод. На 130 единиц. Это, наверное, не фотобумага. Листовая негативная фотопленка. Я немножко спутал. А уже начатое. То же самое. Тасма, Казанский химзавод имени Куйбышева. 130. Листовая негативная фотопленка, номер эмульсии, 130 единиц. Время проявления есть. У нас получается одна начатая и две нераспакованные. Еще мы видим листовая негативная фотопленка, фото 65. 13 на 18. Министерство химической промышленности СССР. ГУХПП. Казанский химзавод имени Куйбышева. Ну, вот это уже... Это еще не Тасма. Это еще не Тасма. У нас их две. Две. Нераспакованные. И вот... Имеем еще одну пачку 9 на 12, 130 единиц, тасмовская. Две рамочки,
Это вспомогательное, помогает фотографам, помогало фотографам вести фотосъемку. Но это мы вот пока вот так вот в сторону. Здесь у нас имеется одна кассета 9-12, металлическая. Вот. А две кассеты мы имеем 13-18. Старенькие. Прям старенькие. А сейчас я покажу. Да, вот, смотрите. Одна и вторая. Доделывали немножко под себя. Видать, не садилось пазы на место. Здесь немножко подпиливали. Видно. Вот. Это вот кассеты. Хороший объектив. Это объектив у нас тяжелый, бронзовый, латунный. Или латунный. 1946 год, скорее всего. А зароблен он на Комзе, на Казанском оптико-механическом заводе. Называется Индостар 51. О чем мы имеем надпись. Диафрагма, прям шикарная диафрагма, рабочая, с этой стороны тоже рабочая. На стеклах имеется немножко царапки, вот, крышечка, давайте мы закроем. Имеется у нас вот такой карболитовый вокс. Карболитовый бокс, в нем находится тоже объектив. Это, скорее всего, вот я смотрю, он большой сам по себе, но маленький для Индостар 37-го. Здесь находится Индостар 51-й, тоже Казанского оптико-механического завода, о чем говорит вот этот логотип. Ну, этот полегче сам объектив, а погоду мы можем определить, по номеру мы можем определить год 1982, а скорее всего линзоблок находится в алюминиевом корпусе. Ну, здесь тоже не все, скажем так, гладенько, царапки тоже имеются. А диафрагма, давайте посмотрим. Диафрагма шикарная, плавная. А здесь надо чистить объектив, приводить в порядок. Вот, это все, что касается... Что было в чемоданчике.